Здравствуйте, уважаемые зрители! Правила нашей игры просты. Кто из вас ответит на вопрос первым, тот и выиграл раунд. Всего у нас 12 раундов. Первый вопрос мы взяли из советского фильма 30-х годов. Фильм черно-белый, как все фильмы тех лет. Шикарный. С Леонидом Утесовым и Любовью Орловой. Есть, впрочем, и современная, раскрашенная копия. В использованном эпизоде известен вам, пожалуй, только Утесов. Ладно, смотрите. Красивые? Кто? Голландки. Ох, шикарные голландки. Бока. О, бока. Глаза. О, глаза какие. Вы за ними ухаживаете? Еще бы. С утра до вечера. Как бы я хотела быть на их месте. А вы чем занимаетесь? Я? Певица? Певица. Спойте чего-нибудь. Сейчас? Здесь? Ну да. В костюме это неудобно. Вот если бы вы согласились... Что? Зайти к нам. Я к вам? А вы где живете? На Черном Лебеде. Ох, здорово устроились. Я вас познакомлю с моей мамой. Приходите. Она не заругается? Ну что вы! Моя мама умрет от счастья. Ладно, если умрет, приду. Значит, ровно в 7 я вас буду ждать. Ай, какая женщина! Да, какая женщина! На взгляд героя Утесова. Время пошло. Потекло. Первым на вопрос ответила... Поздравим Елену Кучунову из Красноярска. В активе команды индивидуалов 1 балл. Ай, какая женщина! Убиться можно. Второй раунд, господа. Мы назвали его «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Василий, это вы чем руки-то моете? Паразит! Ну, Санька, это я к тебе никогда! Ничего, ничего! Да какой там ничего? Полный швах. Не полный. Последнее слово за нашими игроками. За ними, может, и последнее. А за героем Сергея Юрского фраза, ставшая уже в Советском Союзе крылатой. Какая фраза героя Сергея Юрского после этого фильма стала крылатой? Пощады никто не желает, уважаемые игроки. В этом раунде вы сыграли по нулям. Правильный ответ на экране. Ничего, ничего, врагу не сдается наш гордый варяг. Третий раунд, земляне. Ваши коллеги из глубин Вселенной. Девочка. Муншайн 40 говорит, женитьба — это следующее. Он отправится на войну с турками, а на тебя наденет замок. Oh, yes, yes. Wrong century. Да-да, не тот век.
Брак — это ты будешь готовить и убираться и носить ему мартини. Нет-нет, опять ошиблись? Невероятно. Не то десятилетие. Слишком старомодно. А, вот, современный брак. Нет ни правил, ни ответственности. Но если он сделает что-то не то, можешь облить его бензином и поджечь во сне, а потом выступать по телевидению, и все будут любить тебя. Если они недостаток. Героиня Ким Бессинджер была, видимо, совершенным созданием космоса, с единственным, впрочем, недостатком, скрасившим ее жизнь на нашей планете. Какой недостаток землян пришелся по душе инопланетянке? Время. Какие скорые на ответ наши игроки в зале? А что говорит об этом сама героиня? Нет ни правил, ни ответственности. Но если он сделает что-то не то, можешь облить его бензином и поджечь во сне, а потом выступать по телевидению, и все будут любить тебя. Если они недостаток, придется заниматься с ним сексом. Я согласна. Все согласны. Ответ сборной команды землян принес им первый законный балл. Молодцы. Счет игры после трех раундов 1-1. Пока ничья, господа.